Приднестровский хлопок по качеству не уступает среднеазиатскому. Это вывод экспертов лаборатории Тиротекса. Каждую неделю там проводят анализ образцов с экспериментального поля НИИ сельского хозяйства. Пока хлопчатник выращивают исключительно в научных целях, чтобы выяснить, можно ли в наших условиях выращивать хлопок в промышленных масштабах. Чудо? Да, очень, очень. Это очень не то, что чудо, да, я не могу сказать, как это. Красота, ну, неописуемая, нет слов. Экспериментальный участок – это 30 соток. Здесь засеяны разные сорта со всего мира. Ухаживают за делянками и обрабатывают их тоже по-разному. Исследование рассчитано на несколько лет. По мнению ученых, эксперимент проходит удачно. Хлопчатник хорошо показал себя на всех стадиях роста. Урожайность высокая. Сейчас на поле проходит уборка. Весь хлопок пройдет через лабораторию Тиротекса.